Всем привет, друзья! У меня попросили сделать видео именно по волкам, что качать, куда, что, ну вот так, в общих целях рассказать. Здесь у нас есть волчье логово, вам нужно понять, кого вы качаете. Я выбрал именно обычных волков. Они более сбалансированные, и атака, и защита, и здоровье. Скорость марша у них чуть меньше, по-моему, чем... Да, вот у шакалов больше. У койотов вообще они типа как носители в муравьях у нас. Но я выбрал пока волков, пока качаюсь. Они более такие сбалансированные именно, как мне кажется. По генералам, давайте будем называть их генералами, уже так привычней. По генералам вам, вот вы выбили, например, Чарли или кого-нибудь другого, выбили золотого генерала, вам нужно посмотреть, к какому типу войск он относится, типа... Ну как понять, с кем он будет лучше контактировать, кем будет лучше управлять. В некоторых генералах вот здесь написано, с кем он будет лучше. В тексте прочитаете. Но чтобы этим не заморачиваться, кому не нравится вот это читать, я просто все прочитал, мне понравилось. Порода волков, там рассказывается все вот это. Кому это не нравится, просто смотрите, вот здесь у вас есть ранги. Вот, например, S-ранг. Он с серыми волками, у него 120%. Значит, он заточен у вас именно под серых волков. Командовать серыми волками. Потом B-ранг, это уже 80%. Это уже, ну, плоховастенько, типа. Значит, он с койотами не очень будет смотреться. A-ранг, это еще более-менее. Это шакалы. Значит, Чарли может и с шакалами погонять. И с этими, с волками. Но с волками он больше всех будет 120% выдавать. Вот это влияет, способности героя будут влиять на соотношение атрибутов героя, которые могут вступить в силу, когда он возглавит это подразделение. Типа он будет сильнее от того, что он возглавляет волков. Потом Венера есть. Венера у нас вообще, ну, можно сказать, универсальная. На два типа войск. Она может с серыми волками выдавать свой максимум. Также она может выдавать свой максимум с койотами. Но вот Чарли с койотами уже будет 80% выдавать. Уже не максимум. И также у нас есть Луна. Она с серыми волками на 100% работает. С койотами на 120%. А с шакалами на 80%. Так что вот так смотрите, выбираете. Вот, например... Можно отряд создать чисто из койотов и поставить Луну, Конана и Венеру. Это будет топ. Ну, для койотов это будет топ. Также вот можно создать именно отряд там Эйс, он на шакалов. Потом, кто там у нас еще на шакалов был, я видел. Вот, Локи на шакалов. И вот эти вот тоже на шакалах. Но их непонятно пока откуда брать. Так что под каждый тип войск можно создать свою солянку. Вот у меня сейчас, например, я даже волками играю. У меня Луна первая, Венера вторая и Чарли третий. Ну, это основной отряд. И вообще нормально выдают, нормально рубятся. Я думаю, понятно, да, объяснил, что можно вот по этим смотреть. Типа это потенциал именно генерала. Чем он здесь больше, тем он лучше. Поэтому вам нужно выбирать такой отряд, чтобы... Из фиолетовых, по-моему, Альфа. Да, Альфа тоже с серыми волками гоняет. У фиолетовых, как я понял, S-ранга нет, у них максимум А. Ну, потому что я не видел у них S. Да, видите, все с А. Так что вот так выбирайте, друзья, смотрите, какой лучше. Первый навык им прокачиваете, и все. Второй и третий пока не надо, вам надо первый разогнать, тогда будет нормально. Ну и выбирайте для себя, кто вам лучше, ну, больше нравится из этих. Волки, койоты или шакалы. Мне пока нравятся волки, но потом я перейду, скорее всего, на койотов. Но это тестить надо, что лучше, что хуже. Койоты быстрее, это точно, а вот по силе я пока увидел, что волки пободрее. Так, господи. Всякие группы
фонят. Сори за это. Ну и в дереве, да, я уже объяснял, что вам нужно прокачивать вот до этого, как его лучше назвать, до этой эволюции. Это Т3 волки. До этого идете и прокачиваете. Я тут чуть по чуть буду всех подкачивать, но больше упор пока буду делать волков именно. Это уже Т4, да? Да, яростные волки. И вот самые последние, это у нас вот эти черные волки, то что фенриры, по-моему, или как-то так они называются. Флоридский волк, вот он. Жесткий. Так что так, друзья. Ну, вроде объяснил, показал. Еще раз напоминаю, смотрите на вот эти вот ранги. Здесь читайте, что дают эти атрибуты. Вот так вот смотрите, читаете. Все, вроде все понятно. Задавайте вопросы в комментарии. Если что-то не поняли, я объясню еще раз. Ну, вроде то, что просили по генералам, я рассказал. Именно как смотреть ранг, как подэтывать. Запомнили просто одно. Волки это у нас первые. Вторые это койоты, здесь написано. Третьи шакалы. И вот выбираете, например, S-ранг для волков, если вы волками. Ставите всех, кто есть с этим, с S-рангом. Если с койотами, то ставите там с S-рангом генералов. Ну, короче, суть понятна, да? Все, друзья, всем спасибо, всем пока. Пишите в комментариях, как игра, что еще подсказать. И подписывайтесь на канал.